Сегодня подарок для, в этом году для наших конкурсантов от нашего колледжа, от меня лично, таков. Мы всем вам предоставляем бесплатно обучиться в стенах нашего колледжа по освоению и созданию своего блога в интернете. Почему мы приняли такое решение? Потому что ваш опыт, ваше достояние, ваше творчество должно быть известно не только в стенах своих любимых коллективов, но ваш опыт и достояние заслуживает внимания и всей России. И наше поздравление. Участники все очень достойные, и я не ожидала, и вроде бы я ничего такого необыкновенного не делала. Я просто вот, ну, делала все так, как делаю всегда. Вообще у нас отношения особые на селе, мы друг друга знаем, мы живем друг у друга на глазах, и детей мы хорошо знаем, знаем их семьи, и контакт с семьями у нас очень тесный. Наши дети, они добрые, они трудолюбивые, вот. Они стараются, и мы им в этом помогаем.